Интернет-канал «Новороссия», подразделение легендарного «Мотороллы». Так, наш брат, артист, мой лучший друг, великолепный боевой товарищ ранен. Так, что случилось, брат? Получил ранение, в принципе, которого могло и не быть по, наверное, не очень стыдом перед командиром, перед своим. Потому что он, для него такое ранение недопустимо. Он нас всех бережет, учит нас всех, чтобы не было такой вот штуки на руках, на ногах. Ну, так получилось. Ребята сейчас воюют, я не могу с ними встать в строй. За это очень обидно. Я так думаю, что ребята, которые сейчас ведут бой в аэропорту, возьмут его за пару дней. Я на месяц, наверное, попрощаюсь с автоматом. Брат, так. Брат, это произойдет, я надеюсь. Сходишь в храм, помолишься, мы помолимся. Это да, выздоровление произойдет только с Богом, да. Быстрее. Поэтому, как бы, вот ребята приехали. За что наши ребята в аэропорту сражаются? Объясни этим, засевшим там. За то, что украм. Сражаются за справедливость. За то, чтобы не было войны у нас на Донбассе хотя бы. Но, ребят, у нас еще впереди 8 областей, так что бойтесь. Даже мы, наша тройка, будут вас кошмарить так. Вот они, ребята. Что вы будете в шоке. Подремонтируемся. Да, подремонтируемся. Тут все подранки. А что тройка? Ты меня исключил, что ли? Я не понял. Будет четвертый еще. Извини. Новороссия будет? Нас. Да. Новороссия будет? Конечно, будет. Брат, Новороссия будет? Новороссия будет. Новороссия быть. Это так. Так, за что награжден? Награжден за боевые заслуги. Ну, ребята, я даже не буду расписывать, что это было, потому что на счету артиста нашего подразделения уже столько боев, что вот у него тоже. Бессмысленно гадать, за какой именно. Особенно мне понравился тот последний в Иловайске, когда мы украми закидали превосходящих в десятеро практически, да, нас, да, противников. И награждены, говорят, да, все, в том числе и я. Я пока еще награду не получил, но ладно, уж подождем. Брат, артист, последнее слово. Давай, зарисовочку заканчиваем. Слава Донбассу. Новороссии, Новороссии, слава. Новороссии, слава. Все. Новороссии, быть. Спасибо. Запомните, брат, это. Я знаю, и они уже знают, быть. И они это знают, да.